Мое слово – оружие. Оно никому не нужно, если не тверда рука, не точен голос и цель не ясна. Потому что одно и то же слово может трубить фанфарной медью и может скрипеть немазанным колесом. Одно и то же слово может быть правдой, а может быть ложью. Потому что правда – это действительность, изображенная словами. Потому что ложь – это слова, голые слова, за которым нет ничего. Если откровенно, а откровенность – мое ремесло, я думаю, что сегодня прекрасное было завершение. Я его испорчу вам, потому что я не готов выступать. Это разные абсолютно вещи. Смотреть и выступать для зрителей – это разные. Я сегодня отдался, сел в зрительный зад и впервые в жизни увидел, какова прекрасна и прекрасен удел зрителя, который получает столько удовольствия. Спасибо.